Всех приветствую на моем канале, с вами я, Лайон, и сегодня мы играем в самп на сервере Avenue Roleplay. Это Red сервер, вроде как-то так он называется. Сегодня мы будем искать домик. Домик непростой, домик будем искать рядом, ну, желательно поближе с мятой, чтобы, если мы будем играть вместе, короче, удобнее было друг друга находить. Короче, сейчас я подъеду к хате мяты. Наверное, надеюсь, что она у него не слетела. Если так, то я должен буду заходить с его аккаунта, покупать опять же его хату и оплачивать ее. Но я думаю, она не слетела. И я надеюсь, что хата, которая рядом с ним находится, вот тоже такая же будка, она слетела. Вот не его хата, которая, а... короче, другого чувака, который стоит рядом с ней. Вот моя надежда. Но, скорее всего, так не будет. И, короче, я хочу поменять себе одну тачку. И, блин, тут все дома заняты. Давайте хоть посмотрим, этот, как он, у мяты слетела хата или нет. Летел дом у него или нет? Так, вот вот дом мяты. Так, Максим Нагиев пока не слетело. Номер, счет 27 тысяч. А у него сколько счет? О, у него еще не скоро хата слетит. Быстрее у мяты слетит хата, чем у этого чувака. Ладно, давайте посмотрим тогда вон в том... сельце, так сказать, поселение, а то у меня хата слетела, короче, и я вот сейчас, как вы видите, мучаюсь. Так, а вот все. Почему? Колеса просто иногда перестают поворачивать. Ну ладно. Так, у меня, короче, сейчас был баг с сампом. Короче, я скачал себе чит, чтобы снимать этот, ну, как это, будни читера, или как там у меня эта рубрика называлась. Я, короче, если вы не помните, заходил на разные сервера и читерил там, смотрел, быстро ли меня забанят. Если, ну, вышло только два ролика вышло, короче, у меня тогда было вроде как 20 даже подписчиков, очень мало подписчиков, и ролики набрали очень большую популярность на моем канале. На тот момент это была очень большая популярность, более 20 просмотров для меня это очень много было. Ну ладно. Сейчас у меня стабильно просмотров набирает 60, ну вот так где-то, 60. И за это огромное спасибо вам, за то, что вы смотрите меня, смотрите мои видосики. Но я был бы вам еще более благодарен, если бы вы сейчас, вот сейчас перешли на канал Мят и подписались. Пожалуйста, подпишитесь, так как он очень старается. Ссылка будет в описании. Ну ладно, он просто, у него был старый канал, он забыл пароль, но не он, я ему вообще его не говорил, я сам забыл на этом канале пароль, но он тут сохранился на бабушкином компе, и я его делал, собственно, тут, и он сохранился, и я дал его мяти, так как у меня был уже другой аккаунт. Мне не нужен был аккаунт, которым я забыл пароль, если бы он сделал свой аккаунт. Ну, он вообще не планировал там снимать, я чисто отдал ему аккаунт, чтобы он там подписывался, где-то ролики смотрел, но он потом говорит, давай я тоже буду с тобой снимать, я тоже, я тоже типа захотел. Ну, я такой, ладно. Домик свободный, вот сейчас мы его и купим. Неужели это тот дом, который я хотел? Да, это тот дом, который я хотел. Мы его, собственно, покупаем. Особняк у меня теперь.
Ребята, вот если ты смотришь этот видосик, у меня хата лучше, чем у тебя. Но вроде интерьер одинаковый, смотрите. Ну, не знаю. Вроде интерьер одинаковый. И я хотел еще по донату чекнуть. Что у меня там по донату? Рубли, донат, вот. А, все, как у него. Так, лицензии, весь комплект купим на всякий случай. И еще донат премиум. Короче, друзья, взял я тачку, вот. Сейбер, вот, называется тачка. Сейчас мы поедем вот в этот вот город. Смотрите, блин, меточку поставил. Ну ладно. Вот в этот вот, я думаю, город сейчас поедем. Там есть хорошие автосалоны, на мой взгляд. Вроде там... Стоп, давайте все-таки перестрахуемся и влетим куда-нибудь, да? Так, чуть в воду не влетели, прикиньте. Так, автосалоны. А и Б классы, может, это лучше? Я вообще не шарю тут. Так, нам туда, да? Так, это знаете, где у нас находится? Это там, да, вот тут вот находится. Вот в этом городе. Нет, это тоже там же. Ну ладно. Так, сейчас мы едем, походу, неправильно. Ну ладно, сейчас поедем вот сюда. Я не особо хорошо знаю, куда надо ехать. Можно было, кстати, через тот город, вот куда нам надо поехать. Но я буду жестко срезать через поля, так как это выйдет, если не так, очень долго ехать туда. И давайте я все-таки сам, наверное, даже доберусь, чтобы мы успели еще в казино, чтобы серия получилась не нудной. Блин, что-то мы тут задрифтелись. Теперь нитроху врубил, вообще дрифтить стали жестко. Так, это что у нас? Что так? Блин. Вот так вот давайте попробуем тут проехаться. Так, нитруха у нас, блин. Все равно даже высоты подвески не хватает, даже вот такой вот. Ну ладно. Надо было Инфернус брать. На Инфернусе мы быстрее домчали, но ничего. Инфернус я пока продавать не собираюсь. Но хотя я езжу на нем уже очень долго, месяца два, наверное. Обычно вот у меня только второй левел, прикиньте. Не захожу, короче. Но бывает иногда такое, что... Хочется тут поиграть. Очень хороший сервер, мне он очень нравится. Блин, но что-то мы не проезжаем тут. Вообще не проезжаем. Давайте, вот я проеду это место и... Во. Вот на дорогу сейчас съедем, короче. Вот вроде с дороги тоже можно туда поехать. Да, я вспомнил. С дороги туда и надо ехать вроде как. Так... Или это в другой город? Я точно не помню, короче, я карту вообще фигово тут знаю. Бывают люди, которые в КРМП играют и в САМ. Вот я тоже в КРМП и САМ играю, я в КРМП наизусть знаю карту. Вот все точки, ну не все, конечно, там Лыткарина у меня вот плохо знаю. Вот. А так основные города вот все. Так, друзья, я вот приехал вот в это место. И вот тут вот где-то дом. Очень прикольный дом. Вот этот вот. Сколько он стоит? Это я понимаю. Нет, это средний класс дома. Я не знаю, где тут самый бичевый дом. Блин, он... Вот, у кого самый бичевый дом? Мне так, ну, у меня такое ощущение. Самый бичевый дом — это самый лучший дом. Потому что тут я ни разу не видел самого бичевого дома, вот за, ну, кроме как среднего класса дома, я больше домов не видел. Так, вот еще отсюда можно было приехать, сейчас мы сделаем прыжок оттуда. Я называю это прыжок веры. Не знаю, не только я, все так его называют, не знаю почему. Так. Вот более сюда нам надо прыгать. Опа, аккуратно на домчик. Блин. Фух, не умерли. Это главное. Оскорбил администрацию и на 60 минут только.
мут дали. Вот на КРМП РП бы, вот сейчас бы на, знаете, на сколько? Чуть неправильно не спрыгнул. Ну, по крайней мере, я так думал. Вот на КРМП РП бы сейчас бы дали мут, не мут, а бан. Или на 15, или на 30 вроде как дней. У меня, короче, такое было уже. Меня банили за это, да, не удивляйтесь. Короче, там поссорился с админом, он что-то мне стал доказывать. Я говорю, ты что, тупой, что ли? Он меня банит на 30 дней, причина оскадом. Или на 15. Вроде на 30. Ну ладно. Нифига тут маппинг. Нормально вообще. Так, сейчас будет обидно, если я приеду не в то место, куда нам надо было. Ладно, скин потом поменяем. Сейчас времени нету. Во! Мы приехали туда, куда нам надо. Именно. Так. А, что у нас? Что у нас тут по машинкам? Так. Смотрите. Заранее берем фикс-кар. Сейбр первый. Берем тачку вместо первой тачки. Смотрите. Байкар. Так. А, например, выберу. Во, буфало. Классно вообще. Нет, не хочу я. Это, ну, не говно. Вообще классная машина, но я ее не хочу. Нет, кабриолетик нет, читах нет, инфернус у меня есть. Так, эксит, да, так, байкар, Б, класса. Так, тут у нас квадроциклы, мотоциклы разные, ну ладно, оставим это все дело. О, можно, кстати, этот купить, вот эту фигню. Вот еще эта машина мне нравится, но она не валит. Ну ладно, давайте возьмем, я думаю, буфало. Не знаю почему, хочу буфало. Вот эту вот. Давайте посмотрим, что тут еще было. Я забыла уже, прикиньте, я тут такой тупой. Ладно. Так, тут вот это можно еще взять, но я не хочу. Читах нет. Короче, берем буфало. Такого, знаете, какого цвета? Коричневого. Какашечка буду ее называть. Нет, серый вот такой. Вот. Вот такой вот серый. Тут еще серее был. Во-во-во. Вот такой, может? Или такой? Нет, такой хочу. Первый, все. А, мы взяли его. И где наша? Блин. Наш мотоцикл угнали, походу. А, тут нет аренды или что-нибудь такое? Походу нету. Блин, придется сейчас... Стоп, а тут есть казино, GPS? Так, развлечения, вот. Блин, тут даже казино в развлечениях нету. Так, назад, аренда транспорта, Сан-Фьеро. Вот где это? О, это недалеко, кстати. Давайте добежим сейчас сами. Вот, тут еще дома какие-то есть свободные. Ну ладно, ставим это все. Сейчас добежим. Друзья, я вот админам написал. Короче, типа, дайте мне машину. Они не дали. Ну ладно, они не обязаны это делать. А, вообще, РП путем надо все делать, как они и говорят. А, они все правильно говорят, но ничего. Так. Продается? Нет, не хочу я покупать этот бизнес. В принципе, я хочу что-нибудь другое взять. Ну ладно, я хочу сейчас зайти и взять очень-очень интересный скин себе. Очень кайфовый. Надеюсь, он тут есть. Давайте вот так вот это все прочекаем, так сказать. Так, так, если ребята смотрят, он сейчас поймет все. Так. Вот этот скин. Все. Мы его взяли. Все, мы взяли этот скин. Обалденный скин. Мне очень он нравится. Не знаю, чем он Мяте не понравился. Ну ладно, давайте я сейчас сам добегу. Еще если админы смотрят, смотрите,
Можете вот сюда вот, если домов не хватает на сервере, тут очень много людей, короче, можете вот сюда вот добавить дома, я купил бы тут дом, вот самого такого топового класса дом добавьте, и дорого, чтобы было. Ну ладно, я побежал дальше. В принципе, еще недалеко осталось. Смотрите, тут еще такие объявления приходят прикольненькие, типа «закажи китайца, и я его за яйца». Ну ладно, тут еще автосалончик есть, сейчас и там машины посмотрим, возможно, и Инфернус на что-нибудь поменяем, потому что на нем я тоже очень долго катаюсь, так, ну, я вообще на нем мало катаюсь, я больше на Сейбере катался, ну ладно. А вот и мы прибежали к месту назначения, да? Да, это мотоцикл, что ли, арендовать нам место? Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут по автосалону. А, вот еще тачки арендовать можно. Ну ладно. Байкар. А, давайте С. Что тут у нас? О, прикольная тачка вообще. Так, понятно. Во! Что у нас тут? По вот этой вот тачке, она типа такая, ну, классическая, мне нравится. Ну, не знаю, как вам. Так, извиняюсь за посторонние шумы, если они вам слышны. Exit, да. Так, смотрите, Байкар, D. Так, это вообще говно. Пикадорчик можно взять, но вместо Инфернуса Пикадор это будет не очень логично, я так считаю. Ну, ладно. Так, эту тачку не хочу. Блейд нет. Так, что у нас тут еще есть? Так, нет. Бобкэт? Нет. Так, вот это можно, но нет. Так, давайте вот... Ничего я, пожалуй, не возьму. Хотя вот такую вот тачку можно было взять, но нет. Так, я знаете, что хочу? Что у нас вот не заносит вообще? Вот по управляемости хорошая. Я вот арендую ее. Вот эту вот тачечку. Так, поехали. Так, разбиваем. На пафосе проезжаем. Так. Сейчас нам надо вон туда, вон прямо фигарить до конца. Кстати, набор идет в автошколу, но я пока не хочу сюда. В следующей серии, возможно, если вы захотите, я вступлю куда-нибудь и будем снимать будни кого-то. Кого-то, потому что я еще не разобрался, куда я вступлю. Ну ладно, а я сейчас доеду до казино, надеюсь, там будут люди. Друзья, вот, собственно, мы и доехали до ЛС, Лос-Сантоса. Сейчас поедем в казино. Я, блин, очень сильно надеюсь, что там будут все-таки люди, и нам удастся поиграть там, потому что я хочу затащить. Мяте, привет. И, пожалуйста, ну вот, прошу вас, подпишитесь на канал Мяты, так как у него было 27 подписчиков. Если бы он до сих пор снимал, у него было бы намного больше подписчиков. Он очень старался над видосами. Я, смотрите, когда только начал канал, не умел монтировать. Я даже начинать не хотел монтировать. А вот на монтаж меня потянуло чисто из-за того, что Мята сказал, типа, не надо, говорит, снимать... ролики, где ты там просто снимаешь и тупо выкладываешь. Лучше снимай неделю. Например, снимаешь один видеоролик в неделю и зато с топовым монтажом, чтобы все было качественно. И вот из-за него вы, возможно, сейчас видите видосик с качественным монтажом. И, собственно, тут никого нет. Жалко, конечно, ну ладно. Я хочу еще подождать людишек. Давайте еще напишем в ад. Так, приходите все в казино Лос-Сантоса. Блин, все равно занято все, ну ладно. И у нас в щитах покрасился, ну наш автомобиль, собственно, покрасился. Так,
Так, позовите, пожалуйста, всех казино Лос-Сантоса. Может, они и так мне ответят. Ну, добром, так сказать, ответят. Так, чуваки. Кто-то там... Казик, едем. Так, администратор написал Q. Так, типа, а вот администратор, да? Дэдди. Да, он, походу, зовет всех. Если вот сейчас он позовет, ты, чувак, тебе огромный респектос, если ты смотришь этот видос. Вот, открою ТП в казино, кто первый получит 5 рублей. Блин, вообще классно. Так, Дэдди Пирес, или, ну, извиняюсь, если прочитал неправильно. Вот, ты классный чувак, знай это. Нифига тут людей появилось! Ничего себе! Вот это, блин, топчик! Вот это админ! Вот, блин, вообще кайфовый админ. Смотрите, как сейчас наполнится. Ну, пока мало людей. Так, дайс 31, 100к. Давайте кидаем 100 косарей. Все, кинули. Надеюсь, мы стреляли в 100к. Давайте кидаем 200к. Смотрите, сколько тут народу только. Сколько тут народу. 200к кидаем. Победитель Алекс Нагиев. Еще я и выиграл. Блин, вот, блин, спасибо тебе, чувак. Только я не Нагиев, а Нагиев, ладно. Так. Я переводом 319-й, короче. Ставка 200к. Играем. Так. Ничья. Так, 42-й кидаем, давайте 42-й. Так, короче, 42-й нам, что-то мы не можем 42-му кинуть, ну ладно. Давайте 15-му кинем, 15-й ID, 200к, так. Ну, что-то от него ответа нет. 200к срали, так, играем на 400к. Так сказать, по-крупному. Вот, все, 200к еще выиграли. И все, да? Так, понял. Этот чувак лямчик, да? Или 10к? Лямчик. Ничья, лямчик. Вот это сейчас сыкотно было, конечно. Ну ладно, еще лямчик кидает. Я всрал лямчик. Ну ладно. С, 2к. 50к мне кидают, я выиграл 50к, 2к, крикнем, давайте, вот все. Сейчас мне кинут, наверное, 2к. Так, так, Марио какой-то тут. 2к по-братски киньте, пожалуйста. 2к, дайс, давайте дайс, 51, 2к, 1, 2, 3. Все. У этого игрока нет столько денег. Давайте 2-6-6 кинем. 2-6-6. У него тоже, блин, что, нищеброды собрались, что ли? У третьего тоже нет денег столько. У 33-го что-то там. А, вот все, 2к. Два раза 2к мы кинули ему. Так. Надеюсь, мы сейчас затащим. Есть! Мы затащили 2к. Так, изи. Я не знаю даже, сколько у меня было денег. 4к. Мы стреляли 4к. Давайте вот 8к кинем кому-нибудь. Так. Это кто нам кидал? 8к. Так. Это нам кидал Джозе. Вот это, да? Так. Н, давайте, опа, 8к, давайте, мы сейчас затащим, я уверен в этом. Есть, мы затащили 8к, прикиньте. Так, у нас было 47к, сейчас у нас 45, 46, наверное, уже, 46, вот,
Надеюсь, больше, чем 47 кака. 47, все. Больше, чем 47 кака у нас. Так, дойдет до 50 кака. Не знаю вообще. 49 кака уже. 50 кака у нас уже. Еще в банке 10 кака. Ну, серия выдалась вообще кайфовая. Что? Что? Типа, верни мне деньги, да? Верни. А-а. Не-а. Так. Это мои деньги, чувак. Ты о чем? Так. Мне по лямчику кидают, но нет. Я хочу 100к сыграть. Так. Лямчик, да, это? Это 100к, да? 100к, да, все. 100к всрали, все. Нормально. Так, теперь можно и лямчик принять. Так, что с Сильвером случилось? Что за Сильвер? Так. Из-за Only. Так, нам кидают лямчик, и мы всрали лямчик. Ну, ничего. Отыграемся сейчас, я думаю. А есть тут где-нибудь, чтобы купить бухло место, а? Барчик там какой-нибудь, не? Нет, 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 тут нету, да? Так. Ошлагает жестко, смотрите-ка. Так. 10. Люди просят 10 какаем кидать. Ну ладно. Так. 1 кака. Нет, давайте 5 кака, наверное. Даже 5 кака кинем. Так, кто там кричал 10 кака? Нет, 5 кака хочу. Все. Блин, я случайно отказался от 5 кака. 5 кака. Так, кидаем. Ну, кричим, точнее. Ничья, сейчас я по-любому выиграю, если тут действует как на Радмире тактика. Да, я выиграл 5 кака, очень хорошо. Давайте еще 100к кинем. 100к крикнули, сейчас еще затащим, люди. Чуваки, точнее, 3 кака, да? 3 кака еще затащили. Ну что ж, друзья, я думаю, стоит уже закончить на этом серию мега... Тащерством мы только что занимались. Ну ладно, я думаю, стоит уже закончить, собственно, на этом серию. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на канал Мяты, ссылка будет в описании. Всем удачи и всем пока. Друзья, забыл вам показать, сколько денег у меня оказалось. Ну, в общем, 58 кака у меня. 58 кака, 300к. В банк, ой, в казино тут подняться, как вы видите, очень легко, очень это круто. Ну, а на этом все. Уже прощаться второй раз не буду. Пока, короче. Ну да, пока.